Мегалодон, ребята, это такая акула, которая жила раньше на Земле. Смотрите, с какими она шрамами. Давайте купим ее. Так, это что-то у нас новое тоже. Сначала пройдите этап Мегалодон. Невероятное открытие, настоящий. Все, понял, хорошо. Эволюция. Так, все, ребята, отлично. Давайте с вами протестируем эту акулу и посмотрим, насколько она мощная, что она может вообще творить. Это такие допотопные акулы. Опа. Так, я не понял, ребята. Пускай нас засосет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, ребята, она на Северном полюсе. Пингвины, пингвины. Отлично, ребята, у нас акула-гигант. Акула-гигант. Посмотрите, насколько она большая, огромная. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем продолжать играть в игру Angry Shark Evolution. Акулы, так, ну что ж... Поехали. Находите съедобные предметы, монеты и самоцветы. Съедайте или покупайте обновления. Монеты и самоцветы. Так, то, что мы прыгнули сюда, это, конечно же, отлично. Давайте посъедаем все, что у нас тут есть. Вау, ребята, вау, 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 вау. Вот это да, мы только что подорвались на мине. Так, давайте крабиков подъедаем. Так, где селедка моя любимая? Так, ребята, о, а вот и акуленки маленькие. Давайте их всех посъедаем. Всех-всех-всех. Так, ребята, я хочу купить какую-то другую акулу. Сегодня мы купим другую акулу. Так что давайте постараемся с вами не проигрывать и играть нормально. Так, черепаха, опа. А вот и селедочка моя. Иди сюда. Идите все сюда. Всех посъедаю. Опа, акуленки напали на меня. Сейчас мы их съедим. Так, надо купить уже акулу мощную, которая может сражаться с подводными лодками. А то что-то мы в последнее время перестали на это смотреть с вами. Так, здесь крабы у нас. Так. Нет, ребята, нам отсюда надо выплывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гадость, гадость там. Радиация какая-то в бочках. Так, все отлично. Мы нашли еще одну мушку. Это просто нас просто не может не радовать. Так, давайте где-то выплывем. Я хочу съесть человека. Я хочу съесть человека. Где вы, дорогие гости? Где вы? Я всех поседаю. Всех. Все. Все, съели. Ох ты что, у нас акула хочет съесть. Давай иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не подорвались. Ой-ой-ой-ой, подорвались, подорвались, ребята. У нас жизни просто на грани смерти. О, человек. Иди сюда. Всех поснимаю. Ребята, вы видели, я... О, уточка, утка, утка, утка. Хочу утку съесть еще одну. Вы видели, ребята, сколько я съел акул? Утка, 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 иди сюда, дорогая. Сейчас я тебя... Просто съем. Так, ну что ж, поплыли дальше на более лучшую глубину. Где глубоко, как говорится. Все, ребята. Жизнь на волоске. Так, ну что ж, мы не будем продолжать. Мы с вами купим сейчас другую акулу. И сейчас посмотрим. Так. Что мы с вами здесь открыли? Мегалодон, ребята. Это такая акула, которая жила раньше на Земле. Смотрите, с какими она шрамами. Давайте купим ее. О, ребята. Так, это что-то у нас новое тоже.
Сначала пройдите этап Мегалодон, невероятное открытие, настоящий... Все, понял, хорошо. Эволюция. Так, все, ребята, отлично. Давайте с вами протестируем эту акулу и посмотрим, насколько она мощная, что она может вообще творить. Это такие допотопные акулы. Опа. Так, я не понял, ребята. Пускай нас засосет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, ребята, мы на Северном полюсе. Пингвины, пингвины. Отлично, ребята, у нас акула-гигант. Акула-гигант. Посмотрите, насколько она большая, огромная. Ничего. Так, мы настолько большие, что мы не помещаемся даже в эти. Съели человека. Отлично. Ой-ой-ой. Так, ныряй, ныряй, ныряй на дно. Так, съели водолаза. Ой-ой-ой, там чукчи бросают нас какие-то острые палки. Давай, давай, всех покидай. Так, гарпун, ребята. Так, я решил спуститься немножко на дно. Так, кого-то мы с вами съели. Я так понял, это такой бонусный уровень, в который мы только что залезли. Так, а как же отсюда нам вылезти теперь? Человек вылез, давайте его съедим. Отлично. Отлично. Все, ребята, мы с вами... Ого, ребята, мы с вами съели лодку. Мы акула-великан, мы с вами только что съели лодку. Ребята, посмотрите, куда мы забрались далеко на берег и посъедали всех людей. Вот это мы дойдем, вот это... Вот это я понимаю, акула-гигант. Теперь мы сможем... Не-не-не, не хочу, не хочу, не хочу. Сбей меня, правильно. Так, о, ребята, вон мышля моя. Вон она моя, самолет там плавает, вон она моя дорогая. Так, давай, 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 прыгай, 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 прыгай. Я же без воды не могу. А, мы задохнулись. Ой-ой-ой, быстро, быстро, бегай, на что там будет, что там будет. Так, все. Отлично, вроде бы убежали. Так, ребята, мы научились кушать маленькие бомбы, которые нам мешали. Ого, ребята, смотрите, какие развалины на дне моря. Это где, да, древние цивилизации еще оставили когда-то. Ребята, ну наша акула. Вот это, я не ожидал, что мы с вами купим такую акулу. Реально она крутая, посмотрите. Посмотрите, какая... Опа, ребята, ящик с золотом. Вот это да, 200 монет золотых. Отлично, так, ну что ж. Давайте с вами поплывем и с кем-то поборемся. Попытаемся посмотреть. Я не ожидал, что я с вами такую акулу. Смотрите, мы теперь кушаем всех, реально всех подряд. Мы даже можем теперь свободную лодку, наверное, съесть. Если мы съели обычную лодку. Вот это у нас акула. Это я понимаю. Ребята, мы даже бомбочки все хаваем, вот эти, которые расставлены для того, чтобы не мешать, мы их просто съедаем. Отлично, золотая мания, собираем золото. Собираем все монеты, которые только могут быть. Опа, я кое-что увидел, ребята. Я увидел мушлю. Да, ребята, мы выбрали, нашли с вами мушлю. Да-да-да, ребята, мы съели всех с вами. Иди сюда, я всех осветаю. Разгромлю всех, всю лодку всех людей съем. Но это пока нельзя. А так вот это акула. Вот это акула, я понимаю, реально всех съедает.
меня током бьют? А кто же меня там током специально какой-то этот? Так, давайте на дно, на дно, на дно, идем на дно, ребята. Опа, а вот и ты, иди сюда. Вот так вот, я тебя разобью в три счета. Сразу же, даже в один счет. А рыба-игла, сейчас догоним где-то, вот она. Я здесь всех поседаю вас. Я уже вам много-много раз говорил, что нечего здесь лазить. Я вас всех истреблю. Опа, вот и акулу съели только что, которая похожа на нас. О, ребята, какая высота. Вау. Опа, селедочка, селедочка, иди сюда, дорогая. Селедочку мы любим. А ты гарпуном, банан, мы тебя съедим. Так, селедочка, иди сюда. Так, ребята, что у нас там по миссии? Пляжный серфер, награда. Найдите ракушку, чтобы открыть. А я уже этих ракушек переискал миллион. Так. Хочу съесть водолазов, вот этих, которые в клетке сидят. Отлично. Отлично. Иди и тебя съем. Все, мы съели его с вами. О, высота какая. Вот это высота. Вертолет. О, ребята, вертолет. Смотрите, мы на вертолете. А, он нашей жизни типа портит, да? Ну, черт, ладно. Вот это да. Вот это я понимаю, игра. Вот это круто. Фром-фром-фром-фром-фром-фром. Поседай все. Всех съем. Всех съем, я сказал, я всех съем. Иди сюда. Ого, ребята, потопили огромный корабль. Опа, золотая акула, иди сюда. Вот это мы с вами, да, вот это мы с вами всех. Реально всех. Ого, ого, какой, ребята, посмотрите, какой. Какой этот тут плавает. А мы его съесть не можем? Огромный пиранья. Ребята, он нас съел. Мы его не можем скушать. Вы понимаете, что это означает? Это означает только одно, что нам нужно менять нашу акулу. Но это уже... Нам нужно много выиграть очков, чтобы поменять акулу. Взять какую-то огромную акулу, чтобы могла переворачивать все. Так, на дно, на дно, на дно. Так, ребята, я уже голодный. Надо срочно мне наесть. Так, ракушку мы нашли. Так, это такие рыбки, которые несъедобные. Я так понял, что это ядовитые. Ну все, ребята, что, жизнь на пляже. Все, ребята, я погиб. Ну что ж, дорогие друзья. Этот эпизод подошел к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. В следующих сериях мы с вами встретимся и будем выбирать другие акулы, более мощные. Так что подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. До встречи, дорогие друзья!